Sometimes I've got to be in my Twitter. Мы называемся Гатвей Матвилев, любим и играем разную музыку. Из города Киров еще, да, пока что. Меня зовут Антон, я играю на гитаре, использую струнные инструменты. Я, короче, Андрей, барабанчики бью. Барабанчики бьешь? Ну, блин, у нас один ответ постоянно на то, в каком жанре мы играем. Конечно, мы играем рок, как бы, гитары, барабаны, вокал. Когда мы записывали у нас первый альбом, мы не умели просто песни писать. Музыку могли, а песни не могли. Тексты могли придумать нормально. И решили, что раз не можем записать, написать текст, значит будем протестовать против того, чтобы были тексты в песнях, и решили петь не на русском языке. Ну и не на русском, не на английском. Не смогли текст придумать, но вокальная линия придумалась, и все. Весь наш первый альбом называется «Рыба». А «рыба» это в музыкальном мире значит... какая-то определенная вокальная мелодия. Например, группа сочинила музыку, и пришел вокалист, и он напевает вокальную мелодию на рандомном языке, на английском языке, или просто рандомные русские слова поет, просто чтобы создать мелодию именно саму. Потом на эту тарабарщину он уже пишет стихи. У нас же все на уровне тарабарщины остается именно. Как-то, когда сочинили это все, подумали, надо как-то это все обозвать. И думаем, что делать. Много переписывались в ВКонтакте, как обозвать, и начали коверкать имя Матвея. Так и получилось Гатвей Матвей, Гатвей Матвилев. О-о-о, смешно, ха-ха-ха. И в итоге все вышло, выросло в нечто большее, что мы не ожидали. Не относились, короче, серьезно к тому, что делали поначалу. Поэтому мы придумали самое тупое название, которое мы... В общем, было тут недавно открытие для нас, то, что у нас... Мы играли первый сольный концерт, то есть без никого, тупо мы одни, полтора часа, и к нашей радости люди пришли. Мы даже купили этот концерт. Было очень приятно, что люди пришли там целенаправленно на нас послушать. Соответственно, значит, есть какая-то аудитория, есть те, кого мы цепляем. Идеально для меня, когда люди слушают, как мы играем, и они не слушают слова, типа там, он меня спила жизнь и все такое, а они слушают музыку и понимают то, что я хочу донести, мои какие-то эмоции, конкретно через музыку, а не через текст. Кайфово играть людей, которые пришли тебя послушать. И оно, кстати, замечается в последнее время, что на наши концерты приходят почему-то не меситься, не там слэм может устраивать, а стоят, слушают музыку, типа, и это даже своеобразный комплимент для такой жесткой музыки, как у нас. Мы с чуваком, с Илюхой, с бывшим барабанщиком, разбил мне сердце, короче, парень. Ушел в джаз. Мы договорились с ним, что съездим в Японию вместе. Хотелось автостопом проехаться и посмотреть на людей изнутри, а не просто как турист приехать в хостелах, посидеть, познакомиться, пообщаться, а именно изнутри с людьми, которые там живут, взаимодействовать. И мы, собственно, поехали туда,
с целью играть на улицах и посмотреть что-то изнутри. Так и вышло. Вроде получилось. Мы продали все диски, встретили там одного очень известного блогера Кувайла. Соответственно, он сделал видосик про нас, и оттуда подписчики пошли, и люди узнали о музле. Было забавно. Хорошо, что он сделал этот видосик. Это нам помогло. Это было сложно. Но потом я понимал, что типа все это будет нормально. Соответственно, пострадали пару-тройку деньков. Там 30, по-моему, с лишним километров прошли только пешком за 2 дня или больше даже, я не знаю. А потом нашли место, где как играть. Поняли, пообщались с местными, поняли, типа, как можно музло на улице играть. Нас мы просто боялись, потому что нас полиция постоянно прогоняла. Мы думали, ой, все, пиздец, депортируют сейчас. А нифига, типа, они просто подходят, пальчиком погрозят, потом уходят и, типа, можно снова играть. Играли на улице, люди подходили, типа, знакомились, что такое, и так познакомились с парнем, который работает в какой-то видеофирме, работает свадьбы, корпоративы снимает. Вот, у него была очень крутая камера, он предложил, давайте я вас поснимаю. Мы как-то 2 дня походили, и в итоге получился клип, первый клип в Японии. Ну, он, конечно, дурацкий вышел, но, блин, сам опыт был очень забавный. Просто ходили в Японии, веселились, типа, и это было, ну, реально клево, на Сибуе снимали клип. Нужно играть так, причем достаточно долго, продолжительное время, чтобы людей привлечь своей музыкой. Соответственно, поначалу казалось, что нет, у нас достаточно специфическая, тяжелая музыка, такую на улицах играть не очень. Но потом как-то мы решили сыграть наши песни, и наши песни все равно играть приятнее, потому что они свои, и ты их лучше знаешь, и под них лучше всего как-то прыгать, скакать. Мы начали их играть с хорошей отдачей, и в итоге люди-то начали подходить. О чем я и думал, что сейчас все, кто выходит играть на улицах, играют кино или что-то такое. И я думаю, во всем остальном мире люди играют тоже что-то популярное в этой стране. И ходит много людей на улице, которые не против услышать что-то новое. Второй альбом Completely писался 2 года. На этом альбоме уже с текстами, с английскими. И за 2 года, в общем, все замылилось. Поэтому, короче, не знаю, даже крутой альбом получился или нет. Но, в принципе, сделали то, что сделали, то, что хотели. Но к этому моменту уже, к моменту тому, как альбом вышел, наши взгляды уже чуть-чуть поменялись. И особенно взгляды на творчество, как надо творить, записывать, сочинять. И новый материал делать уже совершенно по-другому. Ну, блин, конечно, в январе мы пошли записывать вокал, и я понял, что не вывожу вообще вокальные партии никак. То есть мой голос не звучит так, как я слышал у себя в голове. Пришлось заниматься усиленно вокалом. Впервые, когда я понял, что я ничего толком не могу, и пришлось очень много заниматься. Это было еще в первый раз, когда я пробовал писать тексты толком, нормально, с расстановкой, еще и не на родном языке. Раньше до этого я думал, что мне нечего сказать. А потом в порыве всяких дурацких экзистенциальных кризисов оказалось, что мне есть что сказать. Будь моя воля, я вообще все заново перезаписал. И уже на русском языке. Наоборот, стараемся все максимально поломать, чтобы это было звучало неожиданно. Не куплет-припев, куплет-припев, бридж, там, дальше кульминация, ну, да, и куплет, там, типа, да, как бы, ну, на первом альбоме и так было. А сейчас, наоборот, стараемся как можно больше эпатировать, типа, удивить, чтобы это звучало неожиданно.
не просто, короче, песни. Чтобы интересно было слушать, чтобы да, захватить слушателя. И как бы это такой своеобразный протест против, наверное, музыки из четырех аккордов и слов, которые типа цепляют. Нам главное, чтобы самих перло музло, которое мы сочиняем, чтобы мы прям были довольны тем, что получается, как бы все равно. Как ты будешь играть музыку круто, если ты сам не кайфуешь от своего музла? Мы вообще в последнее время пришли к такой штуке, что мы не берем сет-листы на сцену, не придумываем ничего заранее. Мы продумаем какие-то прикольные штуки, которые можно внутри песен творить. Как бы, ну, обычно стоим друг напротив друга, он на меня смотрит, я смотрю на него, и там что-нибудь как-то проходит искра. Ну да. И мы начинаем либо творить хуйню, либо дальше играть. А так выходим сейчас, начинаем с одной песни, а дальше уже прямо на сцене договариваемся, что дальше играем. Либо он начнет песню играть, либо я начну, он подхватит. То есть как-то так. Свободно и живо все сейчас получается, весело.